Так, 13 апреля. В общем, сейчас пойду посмотрю. Володя себе донора вытягивает. Ну, будет вытягивать, снимать коробку оттуда. В общем, готовит пока. Пока еще трактор ездит. Не знаю, что тут будет видно. Темно. Блять, смотри, как хорошо видно. Я думал, что тут... Поздно, а шо, а шо? О, здравствуйте. Всем привет. Привет. Кого туда запихали? Сергей Сергеевич, ты чё тут? Тебя чё? Комментаторов-то их нет. Да? В общем, отсюда шестерку снимали. Сейчас хотят коробку забрать, колеса ставят. Вначале снимали колеса, теперь ставят, да? А не, нифига, что он ложится на этот. А как ты будешь снимать кардан? Ну, лежа как. Как лежа сюда влезет? Краном подымите, как. Ляжешь и будешь снимать. Рви, деды, блядь. Короче, не прокатит, да, без колес его, если не снимешь, да? Мы пробовали, но мне кажется, ну, это да, навеска, там... блядь, она... 700 потянет, 350. Не, дело не в этом. Если снять колеса, коробку не снимешь, короче, да? Я вот о чем. Это, там надо будет лежать. Не, ну, может быть, люди скажут, ты дурак, можно и снять как-то. Не, ну, в принципе, на гусеничном-то. Долазишь, снимаешь, может... рвать свой трактор, блядь, давай снять колеса. Да нет, я ж не об этом. Я совсем о другом. Я о том, что... Я здесь не вытяну. Я о том, что если делать мне, допустим... Что ты сделаешь? Ну, если вдруг придется снимать кабину, колеса снимешь, наверное, на моем тракторе, и все равно талькой, наверное, не подымешь кабину, нет, да? Нет, подымешь, потом опять подымешь, колеса поставишь. Проще тогда краном кабину, да, снимать? Потому что мастерская низкая. Сейчас первого вытянем оттуда. Слышь, надо же мне будете снимать кабину, надо снять эту херню. Ну потом снимите. Ну с педали эту, вот эту хуйню. Он бери, снимай. А сейчас она там прокручивается. Вот эту поебень. По три штуки, блядь. Четыре. Ту ни одного. Четыре? Крути давай. Так ты откручиваешь или закручиваешь? Один колесо катит, другой, блядь, там крат. А? Он, блядь, так перекошенный, блядь. Ну. Пиздец, нахуй. Что там, Серег? Да пальцем поднимай. Да на тебе монтировку. На. Так она будет болтаться, как это. А мы ж поднимали. В проруби, нахуй. У вас что, седрохуй нет? У меня есть, но ленький, блядь. Колесик уже притащили, да? Да. Да, блядь, немца завел, блядь. Заебал он, блядь. Ты что делал? А? Поехал? Поехал заправляться, ебаный в рот. Говорю, блядь, ты мозги выебал? С прицепом дерни его, еще поставит, блядь, как-то хер подъедешь. Слышь, а может оставить эту коробку сюда, мотор просто поставить? Он хочет, чтобы я ее снял, мы ее перебрали, пока там на ходу. Не знаю. Ну, может... Я не знаю, что он хочет. Да вряд ли он так согласится делать. Я думаю, что вряд ли. Наверное. Тут сюда ж тоже надо вложение. И туда надо вложение, блядь. А так ты с двух одну... Да, склепаешь и все. О, видишь? Вороток тебе подогнали. Серый, поднимай высоко. Да, я поднимаю. Это Руслан в кабине сидит, и он, блин, не поднимает. Точно, блядь. Какая ревизия, то моя кабина. Там шестерка, восьмерка коробку рвет. Комментатор и люди бьют писать. Нет, Серега сказал на Кирове себе поставить эту кабину. Кабину? Хуана не нужна, мне хватает той. Ну вот тот, который одни рамы лежат. И тут сейчас будут одни рамы. Пару дней. А там место такое счастливое, блядь. Когда если что-то уходит, все, там оно остается. Да. Да, так вы же уже туда его подтяните, ну, кучек той. Все. Тут еще карданы промежутка хорошие. Ну ничего, снимешь. А чем вы будете заниматься неделю? Секунду. Ну до посева. А? Сказал через неделю. Посев? Ну, суданку чесорга. Надо все закультивировать под нее.
Ну, на следующей неделе, наверное, я так понял, в понедельник, как поедете все. Две сеялки, один культиватор. Да. И каток, блядь. И каток. Когда мартиганин. Ну, может, завтра дождь, и послезавтра пойдет все-таки, блядь. К этому, да не ленту. Так, ладно. Вот такие еще доноры стоят. Может, кому надо? Продаются, да? Продаются же они, по-моему. Продаются. Этот на ходу. Это не продается. Нет, или, или продашь. Это... А давай поменяем на 82-й. Нет. Не, не хочешь? Нет, он надежный. Да, надежнее 82-го. Так, ладно, надо ехать, блядь. Так, ну, в общем, ввожу навоз. То я утром не сказал. До Вовы заходил, они там вытаскивают трактор. Собирались вытаскивать трактор. Ну, в общем, вот сейчас, получается, спереди у нас бригада. Ну, как бригада там, именно, кто на раздаче, на ферме. И вот стоит этот роторный, ну, получается, роторный комбайн. КСД-2, если правильно, Рассельмашевский, по-моему. Комбайн прицепной, двухметровый. В общем, они меняют сейчас там молотки или как там правильно, ножи, не знаю, новые ставят. В общем, есть у этого комбайна такая проблема. Он вроде бы так неплохо все, но если большая масса, то он не успевает проглатывать. Даже на пониженной пробовали косить, он не успевает проглатывать и начинает стелить на землю, выкидывать. То есть там шнек не успевает забирать массу почему-то. Если, ну, сейчас пойдем посмотрим, если у кого-то есть такой комбайн, или может кто-то с таким работал когда-то комбайном, может знает причину, потому что, ну, вроде бы как все нормально, все там по-заводскому, ну, есть вот такая вот проблема у него, что он не выкидывает. Хотя вот у соседей тут недалеко есть тоже такой комбайн, говорят, на 6-й скорости косит МТЗ, тягает. Вот они хотят еще поехать посмотреть, может, там разница в шкивах или в цепях, или в самом этом окне, в этом, котором подается на шнеках. Может, окно здесь маленькое, может, еще что-то. Проблема, может, меньше окно сделано, может быть, еще там, там еще уголок один прикручен. В общем, у него есть регулировочная, выше, ниже, можно им регулировать его. Для чего, ну, как бы, не знаю я, может, кто-то подскажет. Так что, ну, сейчас пойдем посмотрим. В общем, вот такая вот роторная косилка КСД-2. Роторная же она, да, получается? Роторная. Ножики немецкие, да? Немецкие ножики. Меняем ножи. Я поехал смотреть, как ты там раскидываешь. Не знаю. Может, и поехал. Разница у ножа конкретная. Даже. А, эти широкие. Видишь? Широкие. Или, блядь. В палец толщиной. Это, наверное, что волки подбирал, или ты после волков вообще косил? Да, блядь, огрузы косили. А. Вот такие стебли, ёбаные. Я понял. Проблема у нее такая, да? Может, кто-то знает? Может, кто-то подскажет? Короче, вот сюда накидывает массу и не проталкивает, да? Она вот тут зависает. Вот какие-то регулировочные. Еще можно уголок опускать вниз. Это для чего-то есть эта разница, выше, ниже. А так херачит все подряд, блядь. Только что единственное. Она лицерку не косит, жует, да? Получается, зажевывает и набирает. И что еще? И спорцет, да, когда сильно молодой, сочный? Не, спорцет нормально. Закидывает и спорцет? А что еще жует? Вот и рожь у тебя тогда, когда масса большая, да? Да, большая масса. Ты уже два ряда поставил, третий ставишь, да? Угу. А ты их взвешивал или что? Что он говорил? Да, взвешивал. И что?
Да все, Вадима. Все нормально, да? Это аукира, блядь, я не помню до скольки грамм, там до хуя бывает разница. Я на своем когда делал кири, не помню, там до хрена, там чуть ли не до 100 грамм, наверное, разница у ножа. Вот одного ножа, если проебал как-то, блядь, и не крутится, да. Там я когда свой кир делал, что только не делал, один хер его трусит, блядь. Похеру. Есть вибрация небольшая. А хобот что, снял? Варить? Не, я же полностью снимал его. Вентилятор снимали, подшипники. Гайка это зажата? На шкиву зажата гайка? Да. Такое ощущение, что не зажата. Нет, ну, видишь, как будто бы гравер. Гравер поставлен. Вывернутый. Же шкив. Реставрировали. А он что, тут он не уехал? А тут он тарахтит? Что? Шин. Да, там. Как будто помогает. Так что такая хуйнюшка. Ну да. Поварил. Кто знает, в чем причина, в чем, почему она накладывает сюда. Пишите.